Уважаемый Сергей Кнумевич, уважаемые коллеги, в самом деле итоги весеннего сева можно подводить. В конце недели прошлой все местные исполнительные органы передали отчеты о завершении пассивных работ на намеченных площадях и даже немного сверх намеченного. Под урожай текущего года сельхозкультуры размещены на площади 21,4 миллиона гектара, что примерно на уровне 2012 года. Площадь весеннего сева составила 18,6 миллионов гектаров при прогнозе 18,5 миллиона гектара. Необходимо отметить, что усиливаются тенденции по диверсификации пассивных культур. В прошлом году впервые с местными исполнительными органами и между министерствами и Казагро были заключены меморандумы о диверсификации пассивных площадей на 2012-2016 годы. В этом году пшеница сокращена к уровню 2012 года на 355 тысяч гектаров и заняла 12 657 тысяч гектаров. Это происходит за счет расширения площадей приоритетных культур, такие как масличные, фуражные и зернофуражные культуры. В целом общая пассивная площадь сельхозкультур соответствует индикативным показателям, предусмотренным меморандумами, а по кормовым, масличным и овощебахчевым культурам превышает их. Соответственно, на 70 тысяч, 73,8 и 5 тысяч гектаров. Своевременное и качественное проведение сезонных полевых работ, в частности, весенних полевых работ, является одним из главных факторов увеличения урожайности и получения хорошего урожая. И для обеспечения весенних полевых работ правительством были приняты целый комплекс мер по решению вопросов финансового и материально-технического обеспечения сельхозтоваропроизводителей. Я хотел бы вкратце их еще раз перечислить. Это в прошлом году были пролонгированы кредиты на сумму 25 миллиардов тенге. Выплачены были из бюджета часть стоимости страхования, страховых выплат в размере 2,9 миллиардов тенге. В этом году был выделен бюджетный кредит на сумму 60 миллиардов тенге, которые все своевременно были профинансированы. Из них надо особо отметить кредиты под гарантию СПК. Это дало возможность тем сельхозтоваропроизводителям, у которых особенно нет залогов, у которых не хватало семян, своевременно и качественно провести весенние полевые работы. В этом году на субсидирование растениеводство предусмотрено 31,9 миллиардов тенге, и при уточнении бюджета дополнительно выделяется 7,7 миллиардов тенге на субсидирование гербицидов. Впервые в этом году в соответствии с программой «Агробизнес 2020» удешевляется процентная ставка по лизингу сельхозтехники, что дает возможность покупать технику не только в государственной лизинговой компании «Казагрофинанс», но и в частных лизинговых компаниях. На эти цели предусмотрено 3 миллиарда тенге, что дает возможность получения в лизинг примерно техники на сумму 50 миллиардов тенге. Из государственных ресурсов семян выделено было 9,4 тысячи тонн. Также по совместному утвержденному графику с Министерством нефти и газа было отпущено удешевленное ГСМ в объеме 323 тысячи тонн. Все это очень позитивно повлияло на проведение качественного и в оптимальные сроки весенних полевых работ.